Телеграм-канал «Новости кинопроизводства» передает, что телеканал СТС готовит продолжение сериала «Воронины», которое получит название «Кости Вера». Всего в дебютный сезон вошли 13 эпизодов. Премьера проекта, режиссером которого стал Артур Румынский, известный по фильму «Мама будет против», намечена на следующий телесезон. Как известно, с 1 по 10 сезоны сериала «Воронины» — это адаптация американского ситкома «Все любят Реймонда». Российский сериал выходил как оригинальный ситком с 11 по 24 сезоны. Канал СТС показывал ситком с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года. Проект закрыли в марте 2021 года, согласно решению создателей сериала. Слух о возвращении в эфир шоу появился в августе. Это произошло после того, как актриса Екатерина Волкова обнародовала кадры со съемочной площадки с актером Георгием Дроновым. Но вскоре телеканал СТС опроверг эти слухи. Представитель телеканала пояснил, что артисты просто снимались в рекламных роликах. Также он опроверг информацию о съемках нового сезона «Ворониных».